Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака. И как вы видите, у нас осталось всего лишь два этапчика для того, чтобы встретиться с боссом. Я не знаю, кто это такой, но, как я вам говорил, похож он чем-то на динозавра. Какая-то Годзилла, видать, с грибами, поросшая вся всякой ерундой. Ну что же, давайте приступать. 23-я миссия у нас. Монстры слизни называется этап. Давай, наверное, вот так вот начнем. Так, тихо. О, тихонько, не надо так быстро-то лететь. Хорош, успокойтесь, хламоны. Так, у меня нет знака стоп, ребята, Тихо ты! Что вы делаете? Нежданчик, так, ребята, надо подключаться. Вот так-то. Так, иди сюда, уточка. Кто там еще? Коровы. Слушай, ну, бомба-вонючка довольно неплохо справляется вот с этими, да? Смотрите, очень красиво. Да что уж говорить, она и бочки уничтожает довольно некисло. Так, тихо, мотыльки успокоились. Давай дальше. Корову я беру на себя. Ох, деньги к нам просто рекой летят, смотрите. Ха, круто. Так, коровушка, отойди. Так, ну что, кто еще хочет получить от меня звездюлей? Вот они идут, партизаны. Так, коробки. Коробки ползут, да? Слушай, я не знаю, их, в принципе, ребят, не берет этот, как его, электричество, наш аккумулятор. А вот так вот, в принципе, очень даже неплохо должно зайти. Причем бомба-манючка довольно долго у нас активна. То есть мы успеваем их забомбить. Чувствую, скоро будет босс. Я тоже это чувствую, поэтому, наверное, нам надо немножечко будет закупиться. Так, у нас с вами 37 500 монет. Так, ну для начала, естественно, мы с вами закупим боеприпасики. Это в первую очередь. Так, мы можем с вами улучшить. Ага, смотри-ка, улучшить. А если по оборонке глянем, что у нас тут с обороночкой? С обороночкой-то у нас, в принципе, все даже очень неплохо. В принципе, все отлично. Но я все-таки, наверное, ребята, прикуплю пару бомбочек наших, да? Вонючек. Потому что все-таки босс будет. Нужно подготовиться основательно. И, так, кислотного дождя у нас 9 штук. Аккумуляторы. Я вот не знаю, наверное, надо вместо холодильника взять знак стоп. Но не уверен в этом почему-то, ребят. В этом я не очень сильно уверен. Блин, холодильник. Я в смятении просто в каком-то. Так, 25 тысяч, мы можем что-то улучшить? Так, 30 тысяч, блин, уже ничего не могу. Уже не хватает, ребята, денег, к сожалению. Ну что, наверное, будем все-таки уповать на наше везение. Так, я еще возьму пару аккумуляторов. 10 штук, фиг с ним, пускай 10 штук будет аккумуляторов. И 10 штук будет у меня кислотного дождя. Так, и холодильников, давай прикупим еще маленечко. Чуточку буквально. Раз, два, три. Хорош, вот так вот. 6 штучек. Все, ребята. Встреча с боссом. Ядрить тебе на корень. Действительно, какая-то Годзилла, я думал, с грибами. Нет, ребята, у нее очень много глаз. Фух, была не была. Поехали. 24-я миссия у нас. Начало конца называется. Начало конца. Тихо, подожди. Я должен вот так вот их всех чикрыжить. Так, ну-ка попробуем, ребят. А он что-нибудь... Так, подожди. Вон они ползут, все эти гаденыши. Так, оп, тихо. Я могу их отбивать? А что я должен сделать-то? Да ты погоди, ты ядрить тебя на корень. Ребят, я, честно говоря, не совсем понял, что я могу сделать ему, когда он стреляет вот эту фигню. Да успокойся ты, я не могу подбить их, или могу? Нет, не могу. То есть он в наглую просто жжет мой дом. Ты понимаешь, да? В наглую. Это хорошо, что я в свое время, ребята, все-таки заточился по полной программе. Сделал оборонку себе конкретную. Только благодаря этому мой дом... А, мне еще и хил выпал. Давай тогда и жарить его по полной программе. А что он думает? Что ему так все можно, что все ему сойдет с рук? Нет, ребята, не сойдет ему ни шиша с рук. Давай. Есть! Слушайте, знаете, что я вам скажу? Что, по-моему, это самый изейший был босс. Хотя я, по-моему, про прошлого то же самое говорил.
Так, год спустя. Ага. Ага, все начало цвести, ребятушки, вы видите? Я думал, что все начало цвести после ядерного взрыва, но ничего подобного. Тут, наоборот, скопились еще какие-то ужасные монстры. И мы переходим с вами на эпизод 6. Я нас с этим поздравляю. У нас 38 тысяч голды. Кстати, кто-то из ребят спросил, а как фармить деньги? Объясняю, ребят. Фармить деньги здесь проще простого. Просто проходишь старые уровни и, соответственно, смотришь рекламу и приумножаешь свои деньги. Вот и все. Да, тратится у тебя за это энергия, но тут уж выбор, либо энергия, либо деньги. Я предпочитаю, конечно же, деньги, потому что, ну, деньги — это все наше. Без денег мы здесь никто и ничего сделать не сможем. Так, ладно, ребят, закупаем боеприпасики, обратно же наши, да? И, скорее всего, так, нам ничего не открылось новенького? Нет, пока не открылось. По обороночке, наверное, мы с вами все-таки купим. А, нет, секунду, чуть было не лопухнулся. Я же хотел улучшить, вот. Да, я улучшу все-таки вот так вот. Ну, потратился. Ну, поверьте, оно того стоит. Костное ружье — это вещь солидная и крутая. Арбалет тоже очень крутой. И буквально нам осталось апнуть по разочку. То есть тут 32 тысячи нужно, тут 45. Ну что ж, давайте смотреть, кто и что здесь нас будет встречать. Правда, многие подписчики просили, чтобы я посвятил серию чисто испытаниям. А, нет, не испытаниям, вру, ребят, чисто мультиплееру. Я даже не знаю. Давайте так сделаем. Если я получу под видосом по просьбе сыграть за мультиплеер, ну, скажем так, 200 лайков, ребята, то я следующую серию посвящаю чисто мультиплееру. 200 лайков для вас — это, ребята, ерунда. И вы ежедневно мне там оставляете по 150, по 180. Это так, неспешно. Так что, думаю, 200 лайков, если вы хотите за мультиплеер в следующем видосике, то милости прошу голосовать. Ну, а мы с вами приступаем. Приступаем к первому уровню эпизода 6. Посмотрим, кто здесь. Назад в болото. Ну, а куда же нам еще-то деваться? Назад в болото. Мы здесь живем. Мы, знаете, как эти хранители болота, ёпарасоте. Так, тихо. Бомба-вонючка, давай. А бомба-вонючка, ребята, только лишь на воде распространяется, поэтому... воздушной цели, естественно, она не трогает. Мне с ними придется самому справляться. Так, смотри. Но с воздушными целями справляется неплохо у нас кислотный дождик. Ай-яй-яй-яй, как же им не нравятся крокодильчики, вы бедненькие мои. А вот бобрам, по-моему, пофиг, если честно. А вот чем аккумулятор хорош, то, что он подбивает и воздушные цели, и наземные. Поэтому тоже, ребята, берите это на заметку для себя. То есть основное, если вы хотите, чтобы наносить максимальный урон на воде — бомба-вонючка. Если хотите максимальный урон в воздухе — кислотный дождь. А если хотите и то, и другое — аккумулятор вам в помощь. Так. Держимся, ребята. Не паникуем, все под контролем. Все у нас с вами под контролем. Так, давай еще аккумулятор один бросим. Пускай их тут зажарит. Так, ну это еще не последняя волна. Еще, видимо, будет. Еще даже две, скорее всего, будет волны. Так, что-то я, ребята, не применяю свое оружие. О, еще и хильчик выпал мне. Шикарно. Все, отстрелялся. Вы посмотрите, ребята, как косморужье бомбит. Вот она, сила божественной прокачки. Так, хорош. Давай. Опа, отлично. Опа-на! А с какого перепуга здесь босик у нас пожаловал, а? Давненько тебя не было, родной мой. Соскучился, что ли, по мне? Решил навестить? Так, давай. Ты дичь. Ребят, он такой ватный сейчас для нас. Ха-ха, босик тоже мне. Босик-курносик. Ну что вы там кашляете? Зачахли все, родные мои. Вот так вот. Да, ребята, прошли и не поморщились. Вообще великолепно, и здесь же все. Я получил новое достижение — бобриные проблемы. Да, действительно, у них большие проблемы. Ну что я могу сказать вам? Мы довольно неплохо зарабатывать стали денежек. Так что, возможно, скоро мы с вами затаримся по полной программе. Я думаю, даже по оборонке можно улучшить вот эту самую бочку. Да, шикарно.
То есть нам остается лишь один апчик для улучшения. Но мне хочется открыть тетю Клаву. 220 тысяч. Она открывается как раз на этом эпизоде, но на 10 уровне. А мы с вами... Ага, открывается. Кстати, ребята, кто еще хотел узнать, как еще можно заработать деньги? Смотрите, ребята, я фармил недавно, сейчас покажу вам. Сейчас я... Или это все сбрасывается? Короче, вот эти вот уровни, да, где пришельцы у тебя воруют оружие, патроны, там все это. Вот, и ты должен набивать. Вот за эти этапы я довольно неплохо зарабатывал денег. Вот, смотрите, видите, расстреляно. То есть я проходил. То есть вот эти вот все целенькие. А вот когда ты уровень проходишь, он начинается вот такой вот, как в дырочку из прострелян. Кстати, неплохо дают денег на этом. Так что берите на заметочку. Так, ладно, поехали дальше. Нам нужно, может быть, нет, мы навряд ли успеем, конечно, до 10 этапа дойти. Ой-ой-ой, как до 10 этапа далеко идти-то, у нас всего 4 энергии. Ладно, поехали. Смотри-ка, тут уже они, эти енотики, не на плотиках, они уже тут на лодочках, ты понимаешь? Они стали продвинутыми. Берегись, лодки. Нет, смотри-ка, здесь и на динамитике есть. Ну-ка, давай так сделаем. Хорош, мушка, отойди отсюда. Так. Давай, давай, кузен, бомби их тут всех. Бомби их всех, я тебя спрашиваю. А мне нравится, ребята, косморужье. Обалденная штука. Против воздушных, против наземных, да против всех. Да, тратится, конечно, моментально, но она того стоит. Так, уточка. Давай-ка мы кислотный дождик с вами запулякаем. Так, этих мы с вами... Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорош, мотылек, лети отсюда. По-добру, по-здорову. Пока все под контролем, ребят. Пока все отлично. У меня еще есть арбалетик. Арбалетик, хорошо. Опс, тихо. Ты посмотри, бомба вонючка, ну просто безбожно жарит их. Они просто отдупляются. Так, иди отсюда. Блин, ребят, ну зачем трачу болты от арбалета, когда у меня есть... Оу, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Вот он. Появился, не запылился. Такие на лодках, блин, все дела. А если я вот так сделаю, что вы на это скажете, а? Ребятушки. Ну что ты взгрустнул вдруг? Да на ты получи. Получи, получите все. Так, болты, болты, где у меня? Во. Давайте, ребята, вот так сделаем. Дыч. Тыч. Просто пробиваем. Слушай, достали вы уже своим нахрапом-то. Так, тихо, мотыльки, мотыльки. Не мотыльки, это, ребята, светлячки. Я понял, у этих енотов, которые на лодках, у них ничего такого нету. Единственное, что они очень быстро, ребят, передвигаются. Просто в скорости их не весь цинус, так скажем. Вот и все. Да, воевались они. Так, 24870 у нас голды. По-моему, мы ничего не сможем с вами пропать, но зато мы можем с вами неплохо притариться. Так, притарились. И теперь нам нужно, ребята, купить. Я протратился довольно неплохо. У нас аккумуляторов, вы сами видите, очень мало. И, соответственно, бомбу-вонючка обязательно нужно купить. Кстати, кто-то мне подсказал, что улей тоже неплохая штука. Надо будет, ребят, как-нибудь заценить. А вот ядерная бомба, говорят, фигня. Бомбит один раз и... Зона поражения не такая уж и большая, как хотелось бы. Поэтому я думаю, что брать я ее не буду. 150 тысяч все-таки на дороге не валяются, а это приличная сумма. Даже если ее фармить. Ну что, третий эпизод. Поехали. Съеденный заживо называется. Да хорош, мотыльки. Вы же прекрасно знаете, что у меня есть кислотный дождь. На кого вы... Воу-воу-воу-воу-воу. Тут и наземная, и воздушная. И артиллерия, и пехота. На нас прет. Да ладно, успокойся. Так, давай посмотрим, насколько быстро его... Ну, он не успевает доплыть. Бомба-вонючка делает свое дело. Так, опа. Так, ну вот мне приходится, ребят, тратиться. Очень серьезно тратиться. Разбомбили. Так, плывет, плывет. 5 выстрелов без крита нужно для того, чтобы уничтожить этого охламона на лодке. Так, а вот это уже плохо. Так, так, так. Пошли ко дну, красавцы. Так, давай-ка мы вот так вот попробуем. Нет, вот так лучше. Хоба, хоба. Слушай, ну шикарно. И кузен вроде бы справляется, да, неспешно. Но все равно надо дождик запулякать один. По красоте. Что я могу сказать еще? Так, комары, вы достали уже. Серьезно. Что-то у вас тут чересчур много как-то. Что нам? О, бомба-вонючка выпала. Фу, вообще солидно.
Вообще солидная. Так, всех-всех жарим здесь. Ну успокойтесь уже, мотыльки, елки-палки. Вот неугомонные, а. Блин, не надо тратить нам, наверное. Да чтоб тебя, а. Вот нахрапом дают и все, а. И никак не успокоиться. Давай, давай, бомба-вончика, прожаривай всех, да, хрустящие корочки. Минус, минус, и этих тоже минус. Все, прошли мы с вами эту волну. Кстати, уже не дают там умножения, вот что я заметил. А это плохо. Плохо, что не дают. А мне без умножения, ну, никак нельзя. Понимаете, да, о чем я? Фух. Так, ну что, поехали. Блин, тетю Клаву эту, блин, получить хочется. Ну что же, о, ребят, смотрите-ка, у нас тут скунс появляется. Плюс базукой. Скунс с базукой, это что-то новенькое, я таких не видел. Болотный монстр называется у нас уровень. Болотный монстр, я уже где-то это слышал. Это сплошь и рядом, у них тут одни болотные монстры везде вокруг. Ну давай, 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 давай. Бомба вонючка, что ты так медленно их травишь? Видимо, крепкие ребятули, да, нам достались. И не хотят так просто сдаваться. Нате, подавитесь. Аккумулятор вам в помощь. Давай, 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 давай. Прожариваем их. Так, минус. Ну что такое? Нахрапом идут, 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 а? Никак не успокоятся. Ну где там следующий-то? Где следующая партия комика... О, вот он. Даже не хочу проверять, что он делает, ребят. Я не должен позволить ему стрельнуть ни разику просто-напросто. Так, этих мы... Дай-ка я, ребят, вот так вот подчикаю. Подожди. Один болт тратить на одного монстра, это как-то, ну, несерьезно. Нужно болтом стрелять, когда их целый ряд здесь. Это да, это для нас. А так, ну, это несерьезно. Ну-ка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот они. Подожди, что, я же думал, у меня закончились боеприпасы. Нет, все нормуль, все хорошо. Ну. Ай, скоро, ребят, закончится у меня, к сожалению. Скоро у меня закончится космо-ружьишко-то мое. А волн еще тут много будет. Так, что это у нас? Крокодильчики идут, да? А мы вот так вот их. Почему нет мультиубийства? Где мое мультиубийство? Ах, вот оно что, ребята. Я не понял. Они вот в противогазе идут. Им что, не страшно, получается, бомба-вонючка моя, да? Я правильно понял? Противогаз спасает их? И это точно, ребята. То есть бомба-вонючка бесполезна против чуваков, которые идут в противогазе. Так, и у нас, как всегда, нету, ребята, умножения. Вот это вот засада. Это засада. Куда делать мое умножение, я не понял. Я так не накоплю, блин. Нужную мне сумму. Обалдеть. Так, ну что, у нас, ребята, энергии с вами очень мало. Аккумуляторов у нас пока хватает. Бомба-вонючка пока есть. Кислотный дождь пока есть, но надо еще взять. И бомбу-вонючку все-таки я докуплю парочку. Нет, еще одну возьму. Нет, еще. Да вот так вот сделаю, десяточка. Все, десяточка у меня есть. И дай-ка аккумуляториков я... Ага, понял. Это нам не нужно. Ну что, пятый этап. Кстати, пятый уровень — это экономный уровень. Ну, при условии в том, что мы с вами вообще его сможем пройти. Здесь у нас пришельцы все похитят. Соответственно, затрат у нас никаких не будет. А то, что нам будет выдавать, это все будет на халяву. Болотные захватчики. Ну, давай посмотрим, что это. Дай сюда. Так, началось. С комаров, да? О, тут еще и лодочки. Так, надо бросать, ребят. Не хотел тратить, серьезно вам говорю, но придется. Так, где? Где этот? Пришелец, иди сюда. Вот, еще один аккумулятор. Замечательно. Один аккумулятор мы еще с вами нашли. Да что ты будешь... Так, тихо. Арбалетик мы с вами нашли. Мне бы, конечно, бы здесь очень хорошо зашла бы, на самом деле, бомба-вонючка. Бомба-вонючка для меня самая оптималка на данных вот уровнях. По выживанию, по крайней мере. Так, ну, не попал. Холодильник плюс космо-ружье. Холодильник плюс космо-ружье. Это делается вот так. Давай бомбить. Так, ну-ка, что у нас тут? Космо-ружье. Замечательно, жарим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, не заметил я этого охламона. Он заныкался за бобрами.
Ну-ка, иди отсюда, иди отсюда. Фух. Холодильник. Давай-ка заморозим их. И попробуем вот так вот. Да вылазились. Хе-хе-хе. Сосунище. Аккумулятор. Нет, не будем мы тратить пока аккумулятор на этих. Мы их так разбомбим. Ну давай ты об мою защиту. Умри. Вот так вот. А вот здесь уже можно и бросить и аккумулятор. Вполне. И дождиком мы это все дело приправим. Так, погоди, погоди-ка. Что-то. А-а-а. Так, тарелочка. Заморозочка. И аккумуляторик. Оу, бомба вонючка здесь, ребят, бесполезна. И вы знаете почему? Потому что они в противогазах идут. Им пофиг на эту вонючку. Есть, мы прошли. Прошли этот уровень. Ну, не скажу, что было сложное, но зато было очень интересно. Меня бесит, что нет ублажения. Понимаешь, нету, ребята. Мы не можем посмотреть с вами. У меня бы сейчас бы получилось бы здесь около, ну, где-то 17 тысяч. Как минимум. А его нету. Я, честно говоря, я не думал, что они заканчиваются. 9 тысяч. Ну и что, 9 тысяч. У нас энергия. Энергия еще. И, кстати, ребята, мы с вами что-то получим. Что-то получим очень интересное и вкусное. Поехали. 6-й уровень. Конечно, я за. Так, двойная проблема. Для кого? Для этих охламонов, естественно, ребята. Не то, что двойная, а пятерная проблема для них. Так, а вот эти вот мне не нравятся, гаврики. Вот эти не нравятся мне. С базуками идут, которые... Оу, и вы тут! Ай, как я обожаю, как ребята бомбит их. Бомба вонючка. Да, не перестану говорить ребятам спасибо, которые посоветовали ее купить. Так, ну что ты прешь? Что, еще одну хотите? Нате, получите. Да ладно, завязывает уже. Так, дай уточки. О, солидно. Так, дождик будем? Не, наверное, не будем применять. Мы пока здесь дождик, без него обойдемся. Обожаю вонючку, смотрите. Просто бросаешь и мульти... Тихо ты! И мультиубийство просто копишь. Ну, а чем больше мультиубийств, тем больше, естественно, мы с вами зарабатываем денежек. А денежки — это сила, это власть. В этой игре, да и в жизни вообще, наверное. Иди отсюда. Ну давай, монетки-то мне. Так, все, ребят, да? Сейчас волна скоро закончится. Но тебя только не хватало здесь, партизанушка. Я подожду, когда ты вынырнешь. Где ты там у нас? Где ты выныривать? Вот он. Я его успел прикокошить. Еще один аккумулятор потратим. О, бомба-вонючка на халяву нам досталась. Так, уточка, не успел я, к сожалению, взять. И все, волна пройдена. Давай посмотрим. Ох ты, разблокирована. Двухстволочка у нас какая-то. Я не знаю, что она делает, но... Все, теперь знаю. Это улучшенная версия дробовика. Это я вам точно говорю, потому что я на испытаниях это ружьишко приобретал, получал. И бомбит оно не по-детски, вот что я вам скажу. Так, надо... Погоди. Закупиться мы успеем. Вначале вот это все. Так, погоди, а... секунду. Я же... открыл двухстволку, так? А где она? Погоди-ка, я не понял юмора. Я вижу гранатомет. Так, может быть, здесь где-то наверху? А, да, ребят, вот она. Уж было, пуганули меня маленько. Так, ну, конечно же, есть смысл улучшить и взять. Так. 13 патронов. Конечно, лучше с ней, ребят. Ну, жалко, энергии нету, я бы хотел еще ее протестить. Так, ну что, улучшать нам эту, короче, конечно, двухстволочку с вами. Ну, я думаю, что действительно она нам зайдет. Ну, а на этом, пожалуй, наверное, ребятулечки, и все. Нам осталось всего лишь 3 уровня, и к нам присоединится баба Клава, вроде так ее звать, или тетя Клава. Не имеет значения, главное, что у нас будет напарник. И мы будем раздавать люлей нашим врагам пуще прежнего. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачки вам!